Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов планирует внести изменения в указ о режиме повышенной готовности. Новогодние торжества и мероприятия, скорее всего, будут отменены. Мы решили спросить у жителей города, что они думают по этому поводу. Положительно, потому что во избежание заболеваемости, роста заболеваемости, лучше перетерпеть дома. Также можно отметить и дома, с близкими, семьей. Поэтому я только положительно. Я переживаю за своего пупса, поэтому нет. Да вы что? Это ж с ума можно сойти без корпоратива. То есть вы за то, чтобы... А как же? Все праздники у нас забрали. Мы против этого. Я считаю, что правильно. Почему бы нет? Такая эпидемия идет. Ну, я считаю своего просто, это, как говорится, взгляда, да? Как женщина уже такая пожилая, мне кажется, надо все-таки задуматься о здоровье. Я наоборот, как, наверное, более молодое поколение, я считаю, что как бы это неправильно. Почему? Потому что у нас и так с этим коронавирусом уже все мозги забиты. Вот, считаю, что можно было бы какие-то ограничения, в принципе, по количеству можно было как-то сделать лояльным более. А мы не участвуем. То есть вы Новый год всегда проводите дома? Нет, ну какой корпоратив у нас у пенсионеров? Ну, может быть, походы в рестораны какие-то. Ну, рестораны у нас закрыты все. Во-первых, кафе тоже. Во-вторых, пенсии у нас называется «Чтоб ты сдох». Да, и какая действительно... И какой ресторан. Ресторан какой, да. Ну, думаю, их отменять не стоит. Людям же как-то развлечься все равно нужно. Болезнь есть болезнь. Надо как вот, я не знаю. Школьники ходят в школу, дети в садик ходят. Ну, я не знаю, как сказать вам. Ну, как сказать, не в большом кругу можно отметить Новый год. Да мне-то не жалко, только бы не болели люди. Вот. Мы дома всегда делали, а сейчас молодежь как хотят. Отрицательно. Почему? Ну, потому что это новогодний, это же Новый год. Пусть это бы они в масках, в перчатках и так далее, но пускай отметят. С одной стороны, хорошо то, что народу меньше будет скапливаться. А с другой стороны, людям тоже отдыхать надо как-то. Нет, праздновать хочется, конечно, заразиться нет. А вы сами дома отмечаете или в ресторанах? Дома, с семьей. Мы за... Ну, с семьей я за отмену скорее, да. Ну, скорее за отмену, да, если думать о здоровье. Ну, думаю, это правильно. Потому что будет же массовое, как бы, людей же будет много, рядом все будут присутствовать, я думаю, правильно делать.